Всем привет! Мы сейчас, у нас сегодня первый учебный день, и сейчас мы закончили нашу первую пару и идем кушать. Мы очень удивлены университету, потому что он совсем, совсем не европейский, совсем. А совсем украинский. Это что, не кафешка? Это такой себе магазинчик. В общем, вот наш университет. Это факультет аэрокосмонавтики или что-то типа того. В общем, он реально похож на тюрьму. Все наши одногруппники сказали, что это тюрьма. Ну, такое себе. Но нужно заметить, что, наверное, это только наш корпус так выглядит. Потому что я смотрю по сторонам, в общем-то, все очень даже неплохо. И мы читали в интернете, что здесь недавно был ремонт и так дальше. Но просто, видимо, наш факультет, в котором мы учимся, находится в таком здании. Ну, бывает такое. Но оно реально внутри ужасное. Мне кажется, что его скоро должны ремонтировать. А сейчас мы идем кушать. Вот мы зашли в одно, ребята нас повели в один гастроном. По-нашему это гастроном, но они это почему-то назвали кафе. В общем, там булки какие-то продавались, но мы не захотели там есть. Я хочу супа. Да, я хочу суп. А вот уже и новый корпус. Он намного-намного лучше. Он нормальный. Аудитория такая, как в НАУ, в нашем университете, в котором мы учились в Киеве. В общем, такое. Смотрите, как красиво. Да, нашим иностранцам, одногруппникам нравится такая погода. Поснимаю вот так. У нас снежок идет, но тут ничего не видно. В общем, наш первый день в университете прошел нормально, но очень-очень скучно, просто нереально скучно. Мы вообще, честно, университетом мы пока что недовольны. Может, это просто такая пара у нас была, может, такой предмет, такой преподаватель. Но пока что реально мы сидели все и не понимали, что мы делаем вообще. Вот. И второе, сейчас мы идем за студенческими карточками, потому что вход в университет только по карточкам. А еще мы были в столовке, и там продают гречку с отбивнушками, ну и вообще вся нам привычная кухня. Цены в столовой, кстати, радуют, потому что в Испании было реально дорого, а здесь нормально. Здесь можно на 3 евро покушать нормально. У нас очень красивая дорога до дома. Да, классно вообще. Да, здесь очень красиво. Мы как раз сказали одногруппникам, где мы живем, показали на карте. Они вообще были в восторге, что за приемлемую цену мы смогли найти жилье прям в самом-самом центре. Мы уже на самом деле ждем, пока будет весна, потому что я думаю, что когда здесь все позеленеет, здесь вообще будет очень красиво. Да, а сейчас пока погода не очень радует, не погуляешь нормально. Угу. Мы пришли домой. О, кстати, квартира такая клевая на заднем плане, кажется. Она, в принципе, и так клевая, но вот на фотографии она вообще супер смотрится. Я сейчас смотрю футбол, кстати, только что гол забили. Да, даже Катя в шоке, потому что счет 4-3. А Катя смотрит футбол, потому что она красит ногти, ей нефиг делать. Да. Я вообще-то не крашу ногти, я просто привожу их в порядок. Потому что у меня было вообще капец, а сейчас у меня просто ногти. Просто капец. Они просто есть. Да. Мы будем делать сейчас домашнее задание. Нам задали прочитать статью. Там 31 страница статьи. Вот, и будем уже ложиться спать. Да, Екатеринка? Да.
Поэтому мы пошли учиться. Всем пока. Хорошего вам дня. Смотрите нас, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока. До завтра.